Мероприятие, посвященное Дню пророков, прошло в Адыгском историко-этнокультурном центре, что в ауле Наджиго. Нынешний религиозный праздник отметили все верующие Сочи, невзирая на национальное происхождение. Пригласили на праздник и старейшин, и общественников, и членов местных диаспор. Поздравил собравшихся глава Лазаревского района Сочи. Приятно увидеть здесь, за этими столами, все религиозные конфессии. Это действительно дружба. Наш район всегда и наш город всегда отличался именно дружбой, теплотой между национальными структурами, общинами и так далее. И, конечно же, мы этим вопросом гордимся. Приветствовал гостей и главный имам сочинской организации «Мусульман» Батмис Шхалахов рассказал о значении Дня пророков, которых, судя по священной книге «Мусульман», было 124 тысячи, а также подчеркнул важность взаимодействия между культурами Краснодарского края. Слава Богу, слава Всевышнему, что мы живем на такой благодатной земле, в таком прекрасном государстве. Мир нам Всевышний дал не для трагедии, не для войн, не для уничтожения. Мы, как люди, живущие на этой благодатной земле, где и иудеи есть, где и христиане есть, где и мусульмане есть, мы решили сегодня объединить общие усилия, общие понятия, чтобы в нашем обществе всегда было прекрасно, как сегодня мы друг друга видим. На этот день, согласно Корану, приходится сотворение небес, земли, ангелов и первого человека Адама. Поэтому в день Ашура мусульмане призывают всех верующих молиться о мире на земле и благополучии в каждой семье. Это повод еще раз встретиться с друзьями, пообщаться с коллегами, в том числе теми людьми, которые представляют и общественные организации, национальное общество, религиозные конфессии. Поговорить о путях взаимного сотрудничества и, конечно же, укрепления согласия, стабильности в нашем обществе. Мы этому всегда следовали. Это имеет огромное значение для нашего города. Мы живем в мире и согласии со многими народами. Подарком гостям стало выступление адыгского танцевального и вокально-инструментального ансамбля «Шапсуге».